Здорово, чуваки, с вами Заспа, и в сегодняшнем видеоролике мы проверим, а можно ли с 500 рублей выбить нож на сайте Case Hunt. Это новый сайт популярный, который уже обгоняет по просмотрам там Case Battle и прочее, короче. Говорят, что здесь выдача очень жесткая, пацаны. Давайте проверим, реально, пополнялся своим личным промокодиком, парни, Заспа. Дает плюс 30% пополнения баланса. Вот смотрите, 150 рублей пришло чисто на халявчик, 150 рублей залутал, 500 депл. Ссылочку на сайт и мой личный промокодик найдете в первом закрепленном комментарии. Также, чуваки, если вы зашли только-только на сайт, для вас вам доступен прокрут барабана бонус. Смотрите, бонус ROW нажимаем, крутим. Кому-то падали перчатки, кому-то ножи падали, кому-то топовые кейсы, пацаны. Очень много всяких удачных выпадений было, и нам падает что? Бесплатно фрикейс. Ого. И смотрите также, пацаны, вводите промокодик ЗАСПА. Вот сюда вот. Просто бесплатно, абсолютно, за регистрацию по моей реферальной ссылочке. Вводите промокод ЗАСПА, и вам доступен прокрут барабана бонусов второй раз, пацаны. Офигеть. Ссылочку на сайт также, мой промокодик ЗАСПА, найдете в первом закрепленном комментарии. Погнали, фрикейс откроем. Открыться бесплатно. Кейс P250 мне выпал. Отлично, кстати, на самом деле, хороший кейс. За хорошие бабки. И падает какой-то контаминацию. 80 рублей? Ну, кстати, пойдет. Балик у нас все небольшой, поэтому 80 рублей, это прям реально хорошая прибавка наших пенсий. Погнали. Черная пантера, черный панамера, 111 рублей. Начнем с этого кейса, не знаю почему, не знаю как, но захотелось мне открыть именно этот кейс. И походу зря, да? А, че, блядь, сувенирная версия. Подожди, так я купил все. Блядь, пиздец, ладно. Какой-то баганый голив выпал, давайте вот такой. Могу себе позволить 59 рублей. Чисто не будем сильно жестить сегодня. Поаккуратненькому подвигаемся, поаккуратненькому покрутим. Стикс, ладно, калашик. 21, окей, ни о чем. Хорошо, 560 рублей у нас есть. Плюс галил тут еще. Хорошенький, вкусненький выпал. Это прям плюс вайбик. Меломан противостояние. Давай противостояние. 144 рубля мы тратим, получается. А можем выбить Дику Принц Крим за 4000 рублей. Сколько он, 5 им стоит? Полная труба, по-моему, если я не ошибаюсь, переводится 35 рублей. Окей, давай еще раз попробуем этот же кейс. 272 рубля у нас остается на балансике еще. Это не так уж и много на самом-то деле. Но калаш сланец, кстати, он должен стоить хороших денежек, да? Ну, 200 рублей, кстати, пойдет. 272 рублей я предлагаю тебе сейчас открыть на все денежки. Прям на все денежки предлагаю открыть тебе кейсик. Давай попробуем. Угу. Не хватает чуть-чуточку. Так, противостояние не хочется снова, наверное. Что делать? Так, подожди, давай продам что-то у нас в наличии. Давай вот это продадим. В наличии 287 рубус у нас есть на балансе, гайс. 287 рубус. Блядь, не хватает тоже. Во! Покерный игрок, 279 рублей. Из этого полупокерного игрока нам что-то выпадет хорошее. Пожалуйста. Ну, пожалуйста. Блядь, ну между двумя ножами. Кстати, хороший вроде бы, да, скин? Итого, 1067 рублей, с учетом того, что депо 500 рублей. Ну, с промокодом там 650 вышло. Хорошо, кейсхант, хорошо. Давай вот такой вот контракт и делаем. 248 рублей до 1200. 100 рублей, да? Пиздец, ладно. Ладно, продаем и предлагаю тебе сделать второй круг, смотри. Розыгрыш на Вахе Зуб Тигра за 20 тысяч рублей. А чтобы принять участие в розыгрыше, вам всего лишь нужно задепать на кейсхант по моему промику от 500 рублей. Чем больше диапозит, тем больше билетов вы заберете. И остается только ожидать итогов, которые будут в моем телеграм-канале и следующем видео по кейсханту. Чисто задепал пичес на кейсхант, там поднял нож и еще и в конкурсе забрал на Ваху. Офигеть. Го принимать участие. 928 рублей предлагаю тебе сделать второй круг, но уже попробовать дорогой кейс какой-то открыть. Какой-то может быть вот это АВП. Давай 469 рублей потратим на АВП кейс. Я считаю, это хороший выбор, реально. Пожалуйста. Ой, блядь, хорошо, хроматическая аберрация. 500 рублей, да? А, 800. 800, хорошо. Тут в плохом качестве нападает, поэтому хреново. Сабзира. Го Сабзира, 387 рублей, Сабзирик. С 500 рублей чисто такая лайтовинга проверочка. Чисто каждый, я думаю, может позволить себе 500 рублей задепать. И падает нам Dragon Teach. Каждый, я думаю, может позволить 500 рублей задепать, поэтому вот для вас проверка, пацаны. Что будет, если 500 рублей кинуть на кейс хантик? Сейчас сами все увидите. Посмотрите, захотите депать, да, нет, нет. Честные шансы показываю, парни. Без подкруток. Бэксэнд, 45 рублей. Апгрейдить можно попробовать. Хотим? Давай сливной сделаем апгрейд. Вот такой на 500 рублей сделаем сливной. Кстати, пацаны, если вы не знали, на кейс ханте работает система беспроигрышных апгрейдов. Смотрите, показываю вам. 1, 2, 3, let's go. А чё? 5. Давай, блядь. А, ничего не понял. А что значит? Чего? Кто-то что-то понял? И смотрите, кэшбэк. Кэшбэком мне возвращается 0,50. Ну, это фигня. Это фигня, а не кэшбэк. Давай на 500 рублей поставим. Я ничего не понял.
Что нужно? А, чтобы пули в кружок залетели, да? Мимо. А, все. И кэшбэк. Сколько? 5.04. А что такое? А что такое кэшбэк плохой? А что такое кэшбэк? Маленький. Давай 2000 попробуем сделать. Смотри. 41%. Выстрели, пожалуйста. Давай. А у меня типа, если хотя бы одна залетает, то я победил, да? Пожалуйста. О! 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 Смотри, двушка есть. Хорошо. Блин, офигеть, круто, да, сделали? Прям плюс вай, парни. Давайте АВП. АВП подкрываем. Мне очень нравится этот кейс. Надеюсь, это не мне. Да, это не мне, слава богу. Слава богу, это не мне. Ебать, тут лента летит у них. Пожалуйста, унитаджи, пожалуйста, унитаджи. Блядь, сейчас унитаджи упал, я похуел. Унитаджи, это пиздец, это денег миллион, наверное, стоит. Давай дальше. Чисто так, подкрываем еще. Мортис, ну, блядь, а почему только Мортис-то падает, ёпта? А, это за 100 рублей вообще. 200 рублей, это в парашу. Ну, 1100, кстати, хорошо. Хорошо, погоди, 1800, нормально. Предлагаю на всю котлетину прям открыть кейс один какой-то найти. За 1900 рублей есть какой-то кейс на сайтике? 1900, статрек может? Давай статрек, давай, да-да, нет-нет, статрек. 1800 рублей, да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет, пожалуйста, да-да, нет-нет. Я надеюсь, да-да. Блять, походу нет-нет, ебаный в рот, что ты? Ну, 1300, ладно-ладно. Полторушка есть, хорошо, ладно, полторушка есть, так. Полторушечка, полторушечка, тайная, не хочу за полторы крутить такое себе. Криптоман, давай криптоман за 1500 рублей откроем, прям чисто сейчас по ауну поиграем, да-да, нет-нет. Надеюсь, что да-да реально будет. Блять, докатись, пожалуйста, ну, сука, сувенирная версия. А, 1800, кстати, хорошие деньги. Давай статрековский снова кейс попробуем с тобой дрюкнуть. Может быть, со второго раза он поставит хороший статрековский нож, а не эту заупину. Бро, пэжи. Ну, благодарю. И говорю, соси... Бля, что за долбоебство? А давай сделаем вот так, по красоте с тобой сделаем. Да-да, нет-нет, 4000 ровно. Че думаешь? Смотри, 55% шанс на победу, да? Давай добавим денежками сразу. И выберем снова 4000. Блин, да-да, нет-нет. Да-да, нет-нет. 56% делаем, парни? Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Весь треш для вас. Погнали. Один пулька, два пулька, три пулька. Пожалуйста, 6 пулек. 6 пулек заряди. 6 пулек. 5, да? Давай. Мимо. Сука, давай. Блядь, давай. Последний. Сука, да, блядь. Сюда, нахуй. 4000 рублей. Все. Я буду забирать, пацаны. Ну, блин, с 500 рублей 4 косаря, это считай сколько? 8x я сделал, да? Давай покажу то, что вывод работает у пацанов. Все без скама, давай покажу. Смотри, да, кстати, кнопочка «Заменитесь». А-а-а, точно забыл показать вам, блядь, пацаны. Смотрите, где это? Где бонусы? Бонусы нажимаешь, смотри, заходишь во вкладку «Бонусы». Ежедневный бонус. Нажимаешь «Крути сейчас». Сколько мне дадут? 60 рублей на халявочку. Сюда, ёпта, сейчас 60 рублей раскуримся, парень. Смотри, русская марка пошла быстро. Ладно, апгрейд. 100 рублей давай. 100 рублей показываю, как раскуриться, показываю. Давай, заряди 6 пулек, ну пожалуйста, блядь. Ну 6 пулек. Или он только 5 максимум заряжает, или что? А, 6 заряди, смотри. Блядь, ну, как будто пуля больше, чем отверстие, куда надо попасть, да? С последней. Ай, ты ссылка. И мне дается еще кэшбэком. Такс, такс. И говна далее, 5% нет, это херня. Все, давай будем заменять. Посмотрим, что можно еще вкусненького такого вывести. Миниовер F7, да? Короче, пацаны, повыбирал, я тут посидел и выбрал эмочку. Давайте покажу, что вывод работает. Нажимаем вывести, ожидание предмета. Вот, смотрите, пацаны, буквально пару секунд, и эмочка. У меня золотая спираль подношенная, как и на сайтике показываю. Показываю, чтобы не было сомнений, что это подкрутка. 4000 рублей полностью вывел 4 косаря, пацаны. Как и договаривались. Смотрите, нажимаю ответить на предложение обмена. Нажимаю подтвердить. И эмочка у меня в руках. Сейчас вам покажу еще в кэску эту. Тем, кто не верит, что сайт отдает, что у меня подкрутка там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, парни, смотрите, замечательная эмочка золотой спираль. У меня в инвентаре без какой-либо подкруточки. Пацаны, ютуберам не выдают, по-моему, скинчики. Выводить не дают. Ну все, кайф, короче. Я доказал, кому там надо было, да, и все, короче. Все, пацаны, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка на самый лучший сайт, по моему мнению, будет первым закрепленным комментарием. Реально, парни. Перейдите, поддержите хотя бы просто бесплатные кейсы, заберите там вот эту халяву всю. Такую же эмочку за 4000 заутайте просто с 500 рублей, блядь, все. Всех обнял, поцеловал, спасибо за поддержку, парни, спасибо, что смотрите, всех люблю, пока.